Сегодня для нескольких тысяч выпускников школ Карачаева-Черкесии прозвучал последний звонок. У каждого из них позади немало лет учебы, а впереди новый этап в жизни. Но именно этот школьный навсегда останется особенным. Вместе с 9 и 11 классниками последний звонок услышал и наш корреспондент Артур Мхце. День 25 мая 2022 года эти юноши и девушки из Карачаева-Черкесии запомнят надолго. Впереди у выпускников 9 и 11 классов немало новых, даже более значимых этапов. Но именно сегодня с последним звонком для них завершился очень важный школьный период. Своего рода первый большой кирпичик в основании здания под названием «Взрослая жизнь». Знаете, я бы вернулся в начало 10 класса. Как по мне, 10 класс был самый лучший, самый веселый. Знаете, ОГЭ позади, ЕГЭ еще впереди, только в 11 классе. И вот этой ответственности не чувствуется, знаете, беззаботность, веселье. Насчет школы, да, воспоминания хорошие, друзей много нашел, учителя вообще отличные. Все всегда идут на контакт, всегда помогают. Очень благодарен им. Да, воспоминания остались очень приятные. Вот я учусь в этой школе, начиная с первого класса, и много друзей нашел. Герои дня выходят под музыку из школы. В этот момент все аплодисменты и теплые слова будут звучать в их адрес. В числе почетных гостей представители руководства республики и региональной столицы. А эти юные певцы тоже выпускники, только начальной школы. Очень просим мы сейчас всех послушать наш рассказ, как мы все 4 года эти жили. А ведь помним, как вчера, вместе все мы шли сюда, и за руку малышей нас приводили. А ведь помним, как вчера, вместе все мы шли сюда, и за руку малышей нас приводили. Мы сегодня скажем вам, а ведь как бегут года, не заметили мы, как они промчали. Вот и все мы подросли, уже в 5-й класс пошли, ну а нам всего куплет опять осталось. И вот кульминация праздничной программы – последний звонок, который по традиции дают выпускник 11 класса и ученица 1-го. В этот день последний звонок прозвучал и для педагога с более чем 40-летним стажем работы в 9-й школе Тины Леонидовны Хубиевой. Многие ее бывшие ученики потом приводили сюда на занятия уже своих детей, а то и внуков. И в этой школе я работаю 42-й год. Вот сколько лет я слышала этот звонок, волновалась. И сейчас очень волнуюсь, потому что 11-й класс, которым я работаю, я учитель русского языка и литературы. Я тоже их выпускаю, я переживаю за них, я думаю и очень люблю их. Всего в Карачаево-Черкесии торжественные линейки прошли для почти 5000 учащихся 9-х классов и около 1800 11-классников. Впрочем, полноценное расставание последних со школьным периодом состоится лишь после сдачи государственных экзаменов. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.